Всем привет! И снова мы в компании Alpha Track. И в этот раз на обзоре у нас сидельный тягач Volvo FH 2023 года. Абсолютно новый. Пойдем. Volvo FH 2023 года. 460 сил мотор. Легендарный, не побоюсь этого слова, автомобиль в нашей стране. И мы не будем оспаривать сегодня тот факт, что легендой он стал только потому, что заслужил этот статус своей надежностью и комфортом. Ни один водитель не поспорит с этим утверждением. И мы спорить сегодня по этому поводу тоже не будем. Предлагаю пройти и посмотреть на него более внимательно, а я вам расскажу, чем автомобиль оснащен. Оснащен этот автомобиль дизельным двигателем DK13 на 460 лошадиных сил и автоматической коробкой передач iShift. Данный экземпляр оснащен топливными баками на 900 и 405 литров. Сидельно-сцепное устройство Yost. Кабина XXL с передними механическими амортизаторами, а сзади подушки, что добавляет большего комфорта для водителя. А теперь предлагаю пройти внутрь кабины. Наша комплектация: кабина XXL, еще раз передние механические амортизаторы, задняя пневмоподвеска у кабины, что добавляет нам комфорта для водителя. Сиденье комбинированное, кожа и по центру ткань. Всем привычный джойстик управления коробки передач. Помощники для водителя: это адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, блокировки дифференциала, трекшн-контроль, ну и высокоэффективный горный тормоз Volvo. Для комфорта водителя в этом автомобиле очень много всевозможных дополнительных ящиков и ниш под вещи, под спальным местом достаточно большие ящики, просто огромнейший холодильник. Плюс ко всему у нас есть дополнительная антресоль, которая находится под крышей на втором спальном месте. Естественно, традиционно ящики в передней части кабины. Данный автомобиль оснащен рацией, плюс есть подготовка для того, чтобы подключить сюда автомобильный телевизор. Подведем итог обзора данного автомобиля. Volvo FH 2023 год. Автомобиль абсолютно новый, с техническим пробегом. Цена его 17 миллионов 800 тысяч рублей с НДС. Приходите в Alpha Track. Автомобили есть в наличии.